завершился традиционный конкурс профессионального педагогического мастерства «Воспитать человека». Очень приятно, что в этом году это был юбилейный конкурс, пятый. И, может быть, благодаря этому, а может быть, просто конкурсное движение в России набирает силу. В этом году в конкурсе участвовало 12 педагогов со всего Камчатского края, были представлены разные муниципалитеты. Было 7 конкурсных испытаний, среди которых самыми, конечно, яркими и интересными были визитка и мастер-класс. Ну а, наверное, наибольшее удовольствие для жюри и, я надеюсь, для участников этого конкурса было участие в конкурсе «Кейсы вопроса детей», где задачи участников конкурса входило отвечать на очень сложные и очень разные вопросы детей. Абсолютным победителем конкурса в этом году стала Козленко Ирина Анатольевна, педагог начальных классов средней школы номер 1 города Петропавловска-Камчатского. Поздравляем ее, поздравляем школу и поздравляем ее коллег с этой чудесной победой. Я уверена, что это командная работа.